Я сейчас туда пойду и его вытяну раз на раз. Правозащитник из Астаны, активист экологического движения «Антигептил» Булатбек Блялов потерял терпение и вот уже, кажется, готов перейти от дипломатии к боям на кулачках. Но поединку с руководителем Казкосмоса Талгатом Мусабаевым не суждено случиться. Герой России и Казахстана ни посетители, ни вызовы упорно не принимает. Охрана спешит выпроводить нежданных гостей. Правозащитник еще раз обращается к народному герою республики. Малгат Мусабаев, если ты меня слышишь, я Блялов Булатбек, уроженец Кургажинского района Акмолинской области, вызываю тебе на раз, ты и я. Если ты даже сегодня не выйдешь, я тебе где-то споймаю и свое дело я тебе сделаю, Талгат Мусабаев. После этих слов на горизонте замаячил не долгожданный секундант, а пресс-секретарь личности космического масштаба. Он и объяснил, что шеф в рабочей командировке и попасть к нему можно только если оформить тот же картель письменно. Нет, вы пишите письма, обращайтесь, есть же все законы. Ну, ладно, мы уже почему писали, это? Мы опять же пойдем по второму пути, чтобы ну, что вы желаете, я лично не знаю, что вы хотите. Я хочу лично с ним лично. Глаз на глаз вот так встретиться. Могу я с ним вот так конечно, встретиться? Конечно, конечно. Вызывающая сторона так и осталась без сатисфакции. Что до причины, то гражданское движение «Антигептил», который день продолжает одиночные акции протеста у офиса Национального космического агентства. Граждане требуют немедленно прекратить запуск ракетоносителей «Протон» на «Гептиле». Ответом им пока казенное молчание чиновников. Впрочем, после сегодняшних угроз, возможно, генерал Мусабаев и сам отправит секундантов к рядовому Блялову. Затягивание вызова у военных всегда считалось дурным тоном.